Не ждали меня? А я вернулся. Спустя полгода. Я вернулся. Привет, друг, каждого телевидеозрителя моего аудиоканала. Сегодня у нас на нашем обзоре новая линейка сигарет. Яман, Яромас. Оф Лондон, короче. Лондонские сигареты у нас сегодня на повесточке. Сейчас мы их откроем. И что мы сделаем? Правильно, попробуем. Сука. О! Первая половина сделана, вторая половина не сделана. Загадаем желание. Теперь можно покурить. Трам чередан, чередан, трам трам. Надо сначала распробовать. Сигареты всегда дают свой истинный вкус в середине. Жалко, что нельзя передавать вкус сигарет через камеру. Но эти сигареты уже начинают давать свой сок. Как же жалко, что нельзя передавать вкус сигарет через экран. Их запах. Может быть, почувствуете. Может быть, YouTube уже создал такую технологию нейросетей, которая передает запах через компьютер, или телефон, или планшет, или мозг. И через динамик, я вот сейчас вдохнул в микрофон, и через динамик сейчас должно это все. Что я могу сказать? Это довольно-таки хорошего качества. Я их советую. И стоят они всего ничего. 149 рублей. Они стоят. И это стоит своих денег. Я вас уверяю, вы не пожалеете об этой покупке. Всем пока.